случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды. Кто там стоит, я не знаю, но расстреливают всех, кто будет убегать. В принципе, из-за этого я и попал в плен, потому что не побежал, чтобы свои не застрелили. А твои там, блядь, зэк, который ты завел, зэк завел, нахуй. Пускай, блядь, встают, нахуй, на передок, блядь, перед тобой, нахуй. На передок перед тобой 22 человека. Совместно с твоими там, блядь, отважными, нахуй. Откуда ты там откатился чуть-чуть, блядь? И пускай они, нахуй, флангом ебашат, блядь. Чтобы, блядь, они не зашли на наши позиции, как принял. Все, тебе же надо эту оборону, блядь. Все пулеметчики, гранатометчики, минометы туда навести, нахуй. Мавики все в воздух поднять. Как принял, с этого ты полностью задействуешь, нахуй, в твоем распоряжении, нахуй. У них шагу назад вообще нету, блядь. Только вперед. Если что, нахуй, решай обнулять тебе, блядь. Прямая ответственность. Какую функцию выполнял на позициях? Стояли на второй линии и не давали отступать штурму Z. Приказ был при их отступлении бить на поражение.